Недавно шоу такое видел, там один американец типа попал на русскую дачу, да? Уже смешно, а там еще хуже, да? То есть он попал не на русскую дачу, классическую такую, а именно в какой-то коттедж. Это уже неправильно, да? И с газонокосилкой там ходил, да? Вот. А максимально он дошел до какого-то колодца, да? Вот. Колодца такого, да, и там ведро воды поднял, и 2 5-литровых канистры наполнил, сказал, что ему тяжело. Вот, тяжело типа воду таскать. Побывал американец в коттедже. А обманул в результате всех, да, вот эти вот редакторы, они думают, что русская дача это что-то типа такого. Вон как там. Нет, на самом деле русская дача это что-то типа вон такого, что вон там, да? Вон там он вот по центру. А вот там не русская дача, это называется коттедж, в котором постоянно можно жить, да? Русская дача это типа летний домик, да, такой, который больше на сарай похож. И который надо корячиться на огороде. Вот это вот русская дача. Вот. Не знаю, американцу хрень какую-то показали вообще конкретную. Ну да ладно, их все время там обманывают, да, устраивают им показухи всякие и прочее, а вытворяют с ними, с этими американцами. Вот. Привет. Вон кот Марстель идет. Опять кот Марстель. Ну? Ну чё? Боишься? Кот Марсель. Мимо прошел. Кот Марсель. Почему Марсель? Потому что это канал соцправ, да, который с сумасшедшими бабками, да, штабы Навального громят, они... У них тоже, у Марата Динаева, да, у главного, там у него есть такой же черный кот, примерно с таким же ошейником, да, и зовут его Марсель. Вот, потому кот Марсель. Вот, все черные коты, коты Марсели, да, и вот так будет. Не, не видно все. Ушел куда-то кот этот. Че же по даче это по русской? Вот русская дача, да, вот. Сыроюха, огород, вот что-то хрень какая-то. Все проржавело, правда, тут за это самое, да, вот инструменты проржавели даже. А вот инструменты, они все, видите, что произошло. Сдадим, вот какая хрень с ними творится, видишь? Видите, фрактализовалось все намертво просто, да? Пассатижи захрясы навсегда, похоже. Вот, и все такое прочее. Вот только это самое, оцинковка, да, вот. Хрен и что будет. Оцинковки. Как бы проводка также не проржавела, а то будем свет включать, она зафигачит. Даже культурно. Русская дача еще ничего такая, да? Вот дед воевал. Ушел на фронт в 1941 году. Не вернулся, да? То есть попал первыми. В первый, вот это в первые, то есть до дни. В первые дни попал, а там никто-то, соответственно, кто в первые дни. Они не выжили, да, то есть всю войну пройти, это анекдот какой-то, это можно только в тылу, на полевой кухне можно всю войну пройти. А основным солдатам, да, так было невозможно. Это в 43-м еще у некоторых имелся шанс, что они до конца войны дотянут, вот так вот. Так что это все троллинг. Такой троллинг, то есть, да, всю войну пройти, это нереально. Вот. Руссиан дача, Руссиан. Не, ну тут все черное, что вообще собралось. Вот Руссиан стол. На ней, а Руссиан сахар, Руссиан сахар. А Руссиан вода вон там. Свежая даже. Вот там свежая, да? Человек, конечно, пиздец пришел опять, да? Сахар вон.
Там сахар и там чё? Сахар. Сахар цирел, да? Вот и все. Вот. Вот тут Русян. Нерабочая розетка, да? И Русян кроватый такой. Да, пружинин, на который вот прыгать офигенно, да, когда ты школьник, да, школьник, вот прыгать на ней офигенно, да. Вот рушим кровать, тоже на пружине, но усиленный на фанера, там фанер лежит. Вот усилен, о, Русян шкаф, видите, вот вот Русян шкаф. Вот, там фигня какая-то, да, это не в тему. Вот сундук на Русян даче должен быть. Русян сундук. И какая-нибудь бездарная картина еще обязательно. Ну, телек это вот это вот выжило, конкретно телек, да? А вот радиоприемник, да, вот, магнитофон обязательно должен быть. Иначе это не Русян дача. Ну, это мажорная дача, тут два телека, тут. Можешь грабить, короче, да, вот сразу. Два телека, да, видите? И вот реализация светильников должна быть такая, да, тут только лампочки Ильича не хватает для классики, да, вот. То есть вот там вот раз, да, алюминиевая проводка, вот выключатель отдельно должен висеть обязательно на Русян даче, да, вот. Вот, потом вот черная ткань, да, вот. Все разваливаться должно, все из фанеры быть, да. Между прочим, несущая стена из фанеры, ладно. Вот, смотрите, и вот так вот, хопа. И лампочка тут, да, без этого, без абажура обязательно, иначе это не Русян дача. Вот шкаф тоже опять. Два шкафа, два телевизора. Вот куча книг должна быть обязательно. Иначе это не Русян дача, иначе что-то не делать, на ней только приезжаешь и читать вечером, да. Шашлык пожарил и читать потом, да. Вот, вот это Русян отдых, а не это самое, с газонокосилкой ходить. Вот. Ну это тоже кровать, да, фиг с ней. В общем, как-то мы тут не очень, но вот еще на Русян даче должна быть вот такая вот кровать-диван, такая вот основательная, да, просто, который фиг сдвинешь, который весит килограмм 40, не 40, наверное, даже 80. Вот тогда это Русян дача, да. Конечно же, должны быть всякие лопаты, грабли, вилы. Вот. И коса, да. Вот. Без косы это тоже не Русян дача. Но это не обязательно. Главное, чтобы грабли были. Грабли и секатор, да. Секатор, для которым растения обрезают. Где он? Вот. Вот такой должен быть. Вот. Обязательно, иначе это не дело. Отверток может не быть, а вот этот вот предмет нужен обязательно. Вон, и, конечно, шампура должна быть. Вон, лежит там на окне. Шампура и электроплитка такая, да, я рассказывал уже, вот. В общем, американцы того мы приглашаем на эту дачу, да, вот и все. Ай, пусть приезжает. Увидеть настоящую Русян дачу, а то им какой-то показали коттедж. А вот не надо коттедж показывать, даже я не буду. Так что всем пока.